Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Хочу вам представить приманку собственного изготовления, на которую не первый год успешно ловим сазана. В раскатной части, в низовьях Волги, в Ахтубе. Также на эти приманки периодически попадается сом. В зависимости от времени года, в зависимости от его кормовых пристрастий и вкусов, ароматов, которыми пропитаны данные приманки. Приманки изготавливаем и проверяем на практике в течение нескольких лет, в весеннем сезоне, осенью, ну и, конечно же, летом. Делаем их в нескольких размерах. Ну, вот в данном случае представлено 28 мм и 35 мм диаметр. Главная задача данных приманок – гарантированно распадаться медленно в течение определенного заданного времени. Это может быть как несколько часов, так и есть рецептура, позволяющая приманкам на течении даже в теплой летней воде, как показывает практика, 25-26 градусов, стоять, работать, соответственно, до суток, а то и более, в зависимости от наличия мелочи, которая ее постоянно объедает, в зависимости от скорости силы течения и температуры воды. Данная приманка выпускается нами в двух видах. В форме таблетка, которая здесь представлена, и в форме шар, более классический, традиционный, так называемый бойл. Но практика показывает, что представленная здесь форма в виде таблетки предпочтительна, в особенности при ловле на течении, так как ее течение периодически колышет из-за неправильной формы самой приманки и тем самым освобождает от грунта, от наносимого течением песка, ила. Тем самым приманка освобождается, стряхивая с себя этот грунт и не так сильно, не так быстро заносится песком и илом. О способе крепления данной приманки и о монтаже, используемом нами, я расскажу в следующей серии. А сейчас хотел бы остановиться на новинке среди этих приманок. Это плавающий вид. В данном случае взяты стандартные для нас размеры, но исполнены в плавающем виде. Сейчас мы попробуем их испытать в воде. Итак, я сделал импровизированный монтаж. Он упрощен. Я подвинул таблетку ближе к крючку, не стал ее одевать на петельку или на волос. В данном случае испытанию подвергается не монтаж как таковой, а именно плавучие свойства этой таблетки. Сейчас добавлю только грузило, потому что подъемная сила такова, что поднимает две дробинки и крючок. Так, попробуем с тремя дробинами. Ну вот, уже более-менее. И оставим сниматься. Сейчас условно на часах время час.